Здравствуйте! Привет! Представляем вашему вниманию новый выпуск телевизионного проекта «Будь звездой». В этом выпуске вы увидите новых участников нашего проекта. Новые песни в исполнении уже известных вам юных артистов. Самая младшая участница проекта – Виолетта Пожар. Она стала победительницей по зрительскому голосованию в 7-м выпуске проекта с песенкой про коньки. Сейчас она исполнит песню «Кнопочка». Поддержите нашу участницу. Я у папы и у мамы носика мала. Достаю я носиком краешек стола. И весь подъезд меня, встречая, кнопочкой зовет. Что мне делать, я не знаю, просто не везет. Кнопочка, кнопочка, это чья же кнопочка? Посмотрите, что за телескоп, ну просто нет. Кнопочка, кнопочка, маленькая кнопочка. Просто чудо, не ребенок, 5 неполных лет. Просто чудо, не ребенок, 5 неполных лет. Где бы я ни появилась, где бы ни прошла, непонятные творятся славные дела. На промпекте издавая на меня глядят, почему-то улыбаясь маме говорят. Кнопочка, кнопочка, это чья же кнопочка? Посмотрите, что за телескоп, ну просто нет. Кнопочка, кнопочка, маленькая кнопочка. Просто чудо, не ребенок, 5 неполных лет. Просто чудо, не ребенок, 5 неполных лет. Мне серьезно взрослый домой вырасти скорей. Тоже стану мамою доченьки своей. За собой ее повсюду буду я водить, улыбаясь так же люди буду говорить. Кнопочка, кнопочка, это чья же кнопочка? Посмотрите, что за телескоп, ну просто нет. Кнопочка, кнопочка, маленькая кнопочка. Просто чудо, не ребенок, 5 неполных лет. Просто чудо, не ребенок, 5 неполных лет. Знакомьтесь, новая участница проекта — Дмитриева Ева. Ева учится в детской школе искусств номер 2. Очень любит петь, танцевать и красиво рисует. Она исполнит песню из репертуара британской певицы Адель «Rolling in the Deep». There is fire starting in my heart, reaching a fever pitch which burns me all star. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and tell me if my island you should bear. See how I live, see every piece of you. Don't underestimate the things I will do. There is fire starting in my heart, reaching a fever pitch which makes me all star. The skies of your love still leave me all, but they keep me sick and dirty, almost hairy doll. The skies of your love still leave me breathless, I can't feel feeling we could hairy doll. Think of me in the depth of your despair, making home there's the limit we do share. The skies of your love still leave me all, but they keep me thinking dirty, almost hairy doll. The skies of your love.
painted gold. You pay me back in the kind of what you sow. They could hear it all. They could hear it all. At all, at all. Знакомьтесь, Артеменко Валерия, ученица детской музыкальной школы номер 11, лауреат всеукраинских и международных вокальных конкурсов. Она любит рисовать, пишет музыку и стихи, а также с большим удовольствием танцует. Валерия исполнит песни из репертуара Марии Ярмчук «Усмехнися мені». Усміхнися мені, хай розвіються наші печалі. Усміхнися мені, хай нас єднує брови жура. І побачу в очах чебрецями заквітчані далі. Селку живу, що п'є воду із плеса Дніпра. Часто погляд німий більше скаже для серця, ніж слово. Лише чути зумі, як співають безмовні вуста. Усміхнися мені незрадливо, так молошково, і на крилах надій нас до себе зійме висота. Подаруй промінець золотистий, близько щирих зіниць і надійного серця привіт, щоб побачили ми небогрянець по жовтлому листі, а найпершу весну, що любов'ю заквітшує. Недзельская Юлия учится вокалу в детской школе искусств номер 2 и мечтает спеть песни на всех языках мира. Она лауреат всеукраинских и международных вокальных конкурсов. А еще Юлия увлекается журналистикой, любит читать, делать фотоколлажи и даже имеет свой блог в Инстаграме. Whoa!
перстевой, тут же вантуль гора ностра, чтоб лина деба пай, ребрица дэр перстезай, шай-ла-лай-лай, через пол, шай-ла-лай-лай, души дорвут на зебло, кабижок, погоди, подоба. А сейчас для вас поет Петышкина Арина. Веселая, светлая, позитивная, очень любит смешно рассказывать анекдоты. Воспитанница вокального отделения детской школы искусств номер 2. Мечтает стать оперной певицей, но при этом просто обожает рок. Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. Одна в твоей душе и глазах эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Просмотрела все фильмы о любви, но в жизни тоже много сказок. Не спеши, подожди, увидишь ты, все будет, но не сразу. По сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Не смотри, не смотри ты по
такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Встречайте, вокальное шоу-группа «Антарес». В составе ансамбля Настя Восковенко, Маша Логвина и Настя Белая. Девочки сами выбрали эту песню и с удовольствием ее выучили, и теперь дарят ее своим слушателям. Для вас звучит песня из репертуара тинейджерской группы Open Kids – «Stop People». Они не слышат и торопятся жить. Нам есть что сказать, это самое главное. Ведь дети могут любить. Расставим все точки, откроем замочки на сердца. Ведь мы не знаем, что такое страх. Мы все суетимся, бежим и стремимся в никуда. Вот и подошел к концу наш сегодняшний выпуск. Голосуйте за наших участников. До свидания. До скорых встреч.